Acer Aspire 5920G. Замена видеочипа. Для начала ноутбук необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Acer Aspire 5920G». Видеочип припаян к плате посредством пайки BGA, то есть на шариках. Пайка происходит при сильном нагреве как верхней, так и нижней части платы. При 160 градусах по Цельсию шары начинают плавиться, и чип можно снять. Остатки припоя удаляем с помощью специальной оплетки и паяльника. Процедура эта достаточно сложная, поэтому мы рекомендуем выполнять ее в условиях специализированного сервиса. Память на видеокарте крепится подобным образом. Модули памяти могут находиться с обеих сторон видеокарты. Под наклейкой с серийным номером находится обвязка видеочипа, конденсаторы и резисторы. Наносим термопасту ровным слоем на всю поверхность видеочипа и устанавливаем видеокарту в слот PCI-Express. Прижимаем ее и фиксируем винтами. Все, видеочип заменен.